Сейчас я хочу предоставить слово одному из лидеров компании, который уже в компании с самого начала. Это Валентина Адушкина. Валентина, прошу, пожалуйста, скажите ваше слово по поводу витопротекторов. Что для вас витопротекторы и почему как бы вы их принимаете так долгое время, такое долгое время? Да, добрый день, мои дорогие, всем большой привет, всех с праздником, с майскими, со всеми. На сегодняшний день это считается и продуктом, и компанией, наверное, номер один, не только в России, но и в мире, потому что ничего похожего на рынке нет. Пытались повторить много раз и в России, и за границей, но никто Сергей Иванович не повторил. Немного расскажу, как мы пришли. Мы пришли вместе с Любовью Анатольевной. Вместе мы с ней уже больше 20 лет, то есть в сети мы очень давно. Много чего прошли, но больше 10 лет назад что-то искали на рынке очень ценное и важное, и хотелось, чтобы это было наше, российское, чтобы был наш продукт, потому что, ну, китайский, американский, это всегда они как бы есть. На тот момент нас познакомили с Сергеем Ивановичем Сорбачевым. Мы очень тщательно смотрели и изучали, нужно ли нам это, насколько ценный продукт, потому что на то время у меня жила мама, и у нее был сахарный диабет, и я очень боялась за то, чтобы у нее не появилась диабетическая стопа. Вот я на рынке смотрела, и тогда еще мне сказали, что есть разработки ученых, которые дают возможность сохранить вот это, и чтобы не развивалось. Поэтому Любовь Анатольевна знает мою маму, она ко мне приходила, мы дружим с семьями, поэтому вот это все так и было. И в тот момент вот нас познакомили с Сергеем Ивановичем, мы все это оценили, были у него на производстве, все посмотрели и поняли, что этот продукт нужен и нам, и нашим близким, и нашим семьям. И естественно, что здесь хорошая возможность не только здоровье поправить, но и, конечно, можно зарабатывать. Очень хорошие возможности. С тех пор мы с Сергеем Ивановичем, сам разработчик, сам производитель, поэтому самое ценное и важное, как у нас некоторые врачи говорят, вы даже не представляете, какой продукт находится в ваших руках. Это на самом деле так, потому что мы постоянно открываем новые свойства этого продукта. Я хочу сказать, что вот мне нравится весь продукт. Я периодически пью ботаны, аршаны. Вот на празднике, так как мы все в самоизоляции, бывает вот такой какой-то, много работаем, мало гуляем, и какое-то такое состояние не очень комфортное. Вот я хотела бы конкретно сказать, вот у меня где-то после майских, где-то 5-6 числа случилось такое какое-то сдавливание в горле, боли нет, ничего нет, непонятные состояния. И оказалось, что вот по бокам вся эта лимфосистема у меня раздулась, опухли все мои железки, мне перехватило голос, по-моему, мне Любовь Анатольевна, кто-то мне позвонил, говорит, боже мой, что с твоим голосом? Я не могла говорить, не могла глотать, вот такое состояние непонятное. Ну, естественно, у меня вот здесь целый арсенал даже стоит вот на кухне, все на окошечке. Я сразу Боутан Форте, обязательно с пыльцой. Очень, у меня тоже такой хрустальный стаканчик, я прям наливаю 50 миллилитров, и туда где-то третью часть чайной ложечки пыльцы. Вот я это, Боутан Форте, пыльца, обязательно мазь МБ-18 смазывала горлышко, пила томатол, потому что натуральный ликопин, он как бы кровь сжижает, потому что непонятна была ситуация. Буквально на второй день, этот вечер, вот я вот так все это лечила, обязательно брызгала назальный спрей, мазь МБ-18, вот сказала, значит, Боутан Форте, и пыльца. Днем еще пила розмарин. Я сейчас открыла вот розмарин, для меня это вообще что-то необыкновенное. Это продукт у нас новый, и знаете, он так хорошо восстанавливает в течение дня. Я уже вторую бутылку, мне тоже посылку прислали здесь по Москве, вторую бутылку сейчас открыла, ну, просто потрясающе. То есть хочу сказать, что
с нашим продуктом. У нас есть все в арсенале. И буквально в течение вот одного дня, на следующий день, у меня все это стало спадать, уходить. И когда я потом проконсультировалась там с врачом, она говорит: ну, боже мой, это у вас лимфосистема воспалилась, что-то, может быть, съели, может, понервничали, может, что-то переохлаждение, потому что у нас сейчас отключили уже батареи, прохладно в комнате. Вот, поэтому вот такой наш замечательный Ботан, все наши витопротекторы, которые дают вот такие нам потрясающие результаты. Хочу сказать еще, вот вчера у меня вечером приезжала внучка, она вечером, во второй половине дня, ей 5 лет, и она, когда прибегает с родителями, и у нас с ней секрет, она меня сразу отзывает и говорит: бабуль, давай мне быстрее своего эликсирчика, она говорит, наш лечебный чай, это давай мне быстрее. Вот я ей наливаю, она выпивает половину мензурки и всегда просит еще. Я говорю: потом, давай немножечко поиграешь, потом я тебе еще немного налью. И вот где-то они были вчера с 4 до 8, родители выходили, и мы с ней периодически, не то, что вот как говорят, там 1 миллилитр на килограмм веса. Нет, так как они у меня не бывают часто, не с нами живут. При встрече я даю ей побольше. И получается, вот несколько раз, почти по полной мензурке я ей давала. Родители пришли, она такая, ну, и не сказать, что не энергичная, но прекрасно сейчас чувствовала, рассказывала нам стихи, хорошо кушала. Хоть мама говорит: ты что-то в последнее время плохо кушаешь. Она здесь и покушала хорошо, нам стихи читала, мы с ней танцевали. То есть хочу сказать о том, что этот продукт нужен нам всем. И нам, и нашим пожилым родителям, и детям, и соседям. Вот когда я просила посылку привезти, у меня здесь есть таксист знакомый, так он тоже говорит: а что это у вас такое? Я говорю: я вам тогда расскажу, что это такое. Что вот у вас вообще, что вы чувствуете вот от витопротекторов? Что они выдают, кроме физики? Ведь это же продукт, который еще работает на биоэнергетику. Можете вы чуть-чуть вот про это еще сказать? Как бы вот, почему вам продукт этот так дорог? Почему вы его определили среди других БАДов, допустим? Вот. Что-нибудь еще такое, скажите свое мнение, потому что вы же все-таки принимаете его более 10 лет. Это же срок. Хочу сказать, что БАДы на сегодняшний день, они тоже дают, имеют место быть, но это совершенно другой продукт. Это витопротектор, то есть вита – это защита жизни. БАДы работают конкретно на какой-то орган. Витопротектор работает на весь организм. Когда мы его принимаем, но нам уже не всегда делают диагностику, но все равно, почему вот я вам рассказала. Диагностика, когда я выпила Болотан с пыльцой, мне показала диагностику, что у меня лимфосистема. Понимаете, поэтому мы этим продуктом пользуемся, потому что он нас защищает, он нас, нам дает диагностику очищения, восстановления, омоложения, то есть полностью делает все, что нам необходимо. И не только нам, а нашей семье, своим друзьям. У меня есть, тоже могу пример привести, женщина в Питере, у которой был нервный срыв или психические вот сейчас вот эти расстройства всевозможные, и она не могла забеременеть. Вот какое-то время она это пропила все, у нее успокоилась вся своя нервная система, и она забеременела. Понимаете, вот этот продукт, который необходим нам всем. Он восстанавливает и психосоматику, он восстанавливает и наш энергопотенциал, он восстанавливает и нашу физику, и нашу ауру, потому что мы работаем много с телефоном, и я чувствую, когда, если я в течение дня хотя бы день-два пропустил, потому что когда организм насыщается, мы иногда можем пропустить прием болотанов, если нам нормально. Но когда мы часто работаем на телефоне, в скайпе, то это очень ощущается. И когда мы пьем болотан, у нас вот это восстанавливается. Вот если, наверное, фотографировать нашу ауру, она постоянно у нас вот за счет ботанов восстанавливается. Поэтому это в любой ситуации нам нужен продукт, который, как Сергей Иванович говорит, как отче наш. Это, знаете, как дирижер в оркестре. Мы без него не можем. Он нам гармонично делает все системы, все наши органы. Он нам подсказывает, что нам нужно в данный момент. Поэтому у нас вот такое очень хорошее ощущение, вкусовые качества. Вот как сказала Марина, по-моему, да?
мы, понюхав продукт, понимаем, нужен он нам или не нужен, могу я его кушать или не могу. То есть в любой ситуации мы вот этим спасаемся, и для нас это самое важное в жизни.